Запорожский областной краеведческий музей выпустил свое ежегодное издание. «Вестник» издается уже 11-й год. В этот раз презентацию посвятили юбилею музея. В этот раз в создании «Вестника» участие приняло 22 автора. Это археологи, историки и краеведы не только из Украины, но и из Молдовы, Бразилии и США. Кстати, интерес к изданию проявила сотрудница Метрополитен-музея из Нью-Йорка, предоставив возможность технически качественно улучшить издание. Музейный «Вестник», он выдается уже 11-й год. И это найстарейший теперь у новітній історії України музейний вісник, який має рівень фаховості, тобто за ще нещодавними мірками, це найвища планка, яка може бути у наукового видання, адже нас затвердили у якості фахового Высшая аттестационная комиссия Кабинета министров Украины. Тобто, выше не бывает. В ближайшее время новые материалы исследований по археологии, краеведчеству и истории, которые вошли в «Вестник», станут доступны всем заинтересованным. Ведь «Вестник» будет передан в городские и областные библиотеки.